Ну и что вы наделали, а? Вот кто вас просил ссориться? Ну вот теперь человек за бортом там стоит, мерзнет, поди, уже трусы прилипли там. Ну вот посмотрите на себя, ну вы же как радуга, ну кроме серого и белого, ну в принципе это не считается. Ну вам не хватает красного, ну вы же одна команда, ну как так-то, а? А ты чё пучишь, а? Иди сюда, господи, проходи! Как я тебе пройду, ты пол подо мной сломала. Ну, как-нибудь, да, реши проблему, взрослый мальчик, в конце концов, вы зачем ссоритесь? Нажми на кнопку, которая здесь слева находится. Ага, вот так. Да это я не ссорюсь! Ты прикинь, Кать, вот ты, они тебя ждали, чтобы ты пришла. Они сделали, создали царство без красного. И они меня выгнали оттуда. Поэтому и выгнали меня потом за борт, и я там ночевал всю ночь. Вот знаете, вот когда хлеб пекут, нужны яйца, да? Мука. Вот если чего-то не будет, не будет и хлеба. Так же и вы, без красного, не команда. Понятно? Так что принимайте его обратно, иначе я с вами вообще играть никогда не буду. Поняли намек, да? Я яйца, а вы мука. Вот и без нас вместе хлеба не будет. Короче, я не знаю, они говорили то, что они со мной больше ролик не хотят никогда записывать, только с тобой. Ну, это правда? Это правда? Но я предлагаю все же как бы начать первый раунд. Катя сегодня с нами, поэтому можно сказать, я вас больше обижать не буду. Да, Кать? Ну, это ты должен им пообещать, что ты их больше не будешь обижать. А вы не должны обижать красного. Ну-ка, миритесь быстро при мне. Обнимайтесь быстро. Ну, идите все сюда, мои наркоманы, Петрович, идите все сюда. Ой, только не так близко, не так близко. Все. Обцеловали, все, хрейт, иди отсюда. Вот это. Все, все готовы первый раунд начинать. Ты готова, Кать? Я готова, погнали. Да почему опять отомчик, я не могу понять, а? Каждый раз отомчик. Вот в каждой игре отомчик. Там отомчик, сям отомчик. На каждом стриме почему-то отомчик. Сразу свет. Опа, вот так просто сразу свет вырубаем. Вот так сразу свет вырубаем. Вот такие, смотрим, что здесь происходит, пока никого не кокаем и убегаем вот сюда. Я говорю просто, каждая игра отомчик и я убийца. Я не понимаю, почему отомчик так любит со мной быть убийцей. Так, все хорошо. Идем выполнять задания. Кто-то, в принципе, может ко мне сюда в комнату даже забежать. Я был бы не против Хрейдика там, допустим, запердососить вот и через стеночку, если у меня вдруг это получится сделать. Или еще раз выключить свет, потому что отомчик почему-то ничего не делает. И сваливаем, куда бы свалить, вот сюда, на самое начало. Я был на начале. Изучал здесь сегодня с утром геометрию, короче, и опять шел по угловатому коридору. Интересно так было. А потом на земле возле угла был квадратный труп. Отомчик, ты дебил, извини, я прости. У нас здесь все квадратное. Ну, кстати, я тоже геометрию в школе любила. А где труп-то был? Ну, там где-то в квадратном коридоре, где реактор. В какой части карты был труп? Ты научишься когда-то уже называть нормальные части? Где? Здесь? Или там? Или сям? В углу. А кого убили-то? Кого убили? Отомчик. Ну, такого квадратного. Все, иди в жопу. Все. Короче, я не знаю, я пропускаю. Я не понимаю, честное слово. Ну так получается, отомчик же убийца? Зачем он мой же труп зарепортил? А, отомчик, отомчик, вместо того, что... да я случайно, да это уже реально случайность какая-то, да я просто случайно бежал и случайно куда-то нажал, и оказалось то, что я Катю запердохал. Так, валим отсюда, свет вырубаем и бежим куда-то, фиг его даже знает, куда, вот сюда, допустим, вот сюда или вот сюда, ага, все. Вот я отсюда выбегаю, и типа я был вот здесь, здесь у нас Мия, ага. Катя, прости меня, пожалуйста, я реально случайно. А сколько-то людей-то в живых даже осталось, я не знаю. Я кого-то смогу здесь вообще вот так через стенку запердохать? Нет? Нет, здесь у нас, ага, здесь у нас Хрейд бегает. Вот. Опа, Лерочка, привет! Это отомчик убийца, да, это отомчик, это он. Ага, или ямочка. Ага, да, да.
А, о, или, да, или вот она. А куда мне бежать-то? Я не могу понять, там же хрейт валяется. Че, никто в ту комнату, что ли, не заходит? Я не могу понять. Да че, все, как будто медом вам здесь намазали. Вы че сюда все прибежали-то, а? Че, реально хрейда до сих пор никто не спалил, что ли? А, вот, я еще кого-то через стенку убил, а... Вы вообще, что ли, сумасшедшие? Вы оба, посмотрите, пожалуйста, мне в глаза. Вы адекватыши? С вами нормально так вообще играть, а? Минуты не прошло от игры, вы всех перекокали и выиграли. Ну как сказать, я случайно троих людей через стенки убил, вот. А ты, Отомчик, что скажешь в своё оправдание, угловатый ты парень? Это все геометрия помогла. Я выхожу, где кнопка выйти? А вот там окно, из которого я пришел, вот туда. Пока. Давай. Все, в принципе, можете туда выйти. Мой рычаг! Я нажал, экран активировался. Все увидели? Все увидели то, что я не убийца. Катя видела. А возможно, Катя сейчас убийца. Если да, то она мне сейчас, кстати, мстить-то будет. Пошли за мной. Давай, за мной. Пошли, Катя, пошли, пошли. Хотя я сомневаюсь, то, что она мне сейчас будет верить. Да хотя какая разница. Надо ей показать книги. Там, где банан нарисован. Иди сюда, Кать. Где, кстати, банан нарисован? А банан вот там нарисован. Иди сюда за мной. Иди сюда за мной. Вот сюда, Кать. Давай, давай, давай. Я тебе покажу. Я тебе покажу то, что это банан. Чтобы Катя тоже убедилась. Заходи вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Смотри, Кать, смотри, смотри, вот назад посмотри. Ага. Ну вот книги, книги говорят то, что желтый предатель. Сейчас Катя тоже будет верить. Это банан. Это банан убийцы. Я вам 100% говорю. Какой банан? Почему я? Я ж часть тебя. Там книга. Там были книги. Там желтенький этот вот нарисован чубзелетик. Вот этот вот глист какой-то непонятный нарисован желтый. Мне книги подсказали. Это точно он. Голосуйте. Я вам отвечаю. Голосуйте. Две знаки. Это знаки. Все книги говорят правду. Катя сейчас подтвердит нам книги. Сказали то, что желтый предатель. И ты нам сейчас вот это не сможешь нас обмануть еще раз, банан. Да это реально. Это прям знак свыше. Нужно голосовать за желтого. Ну я вам честно говорю. Ну это... Доверьтесь моему сердцу. Доверьте и мне поверьте, и Кате поверьте. Давайте, за банана. Зачем мне... Моя девочка просто, Катя. Ну вот, вот сразу поняла то, что банан это убийца, сразу поняла. Выполняем задание, осталось чуть меньше, хотя нет, чуть больше половины, вот так вот. И мы сейчас сразу выиграем просто моментально, я здесь задание уже выполнила, ага. Картошка что-то прячется в углу. Так, Катюха, иди сюда за мной. Самое главное держаться вместе, чтобы ни меня не кокнули, ни тебя не кокнули. Вот сюда. Пойдем в реактор, потому что у меня в реакторе еще задание и в лаборатории задание. Вот сюда. Кстати, Катя здесь даже еще не была вот в этой части этой карты. Так, вот два задания сразу в одном месте. Три задания в одном месте. Иди сюда, Кать, иди сюда. Смотри. Здесь тоже нарисовано то, что банан убийца. Я тебе точно говорю, это банан был. Костя. Кость. Тебе задание выполнять надо, не на маяки смотреть. Так, короче, иди, Катюха, стой где-то вот здесь. Надо выполнять задание как можно скорее. Ага, и свет выключили. Никогда не пойму, как это задание выполнять. И куда здесь тыкать-то вообще надо? Просто вот куда-то тыкнул, все заработало, я не могу понять. Так, пошли давай, пошли. А лучше давай выполняй вот это задание и выпол... Так я сразу говорил, что это Катя. Так а что ты труп тогда не репортишь? А стоишь над ними, просто пузыришь на него. Это Катя, я вам зуб просто даю. Короче... Были мы втроем в комнате. Я, Костя что-то там на маяки втыкал. И Катя со мной прибежала. Я выполнял задание. Когда выполнил задание, развернулся назад и вижу то, что Костечка голубенький уже на полу валяется. А Катя его даже не репортит что-то. Что ты его не зарепортила-то, а? Да я ничего не убивала, никого не убивала. Там темный силуэт был. Я видела, как пробежала, все. А вот репортить я сразу не умею. Я сразу теряюсь и не могу понять, где лево, а где право. Так что это не я. Это что-то темное кто-то был. Или, может быть, не темное. Не знаю. Короче, какой-то силуэт пробежал.
темное, говоришь. А самый темный здесь это у нас получается Херейт, потому что серый же ближе всего как бы приближен к черному получается. Это Херейт был, Катя? Это ты Херейт? Это точно Херейт, да. Да, это был Херейт. Заголосуйте за Херейда. Да ты задрал опять, да почему опять я? Ну... Темный силуэт. Темный силуэт. И ты точно отвечаешь, что это был Херейт? Друг, это ты, Кать, вообще? Это не я, честно тебе говорю. Да я вообще в другом конце карты. Пока-пока. Пока, Херейт. Да, я опять обиделся, все. А ты, Лера, еще раз читерить будешь? Я тебя забаню к чертовой бабушке, если будешь ходить во время голосования. Идите свет включайте. Но все же у меня какие-то подозрения на Катю. Она просто стояла со мной в одной комнате, а когда я развернулся, она типа делает вид, что она дурочка. Да-да такая. А Костечка бедный его вот это капы это двинул и на небо улетел. Так, давайте быстро. Нам осталось здесь выполнить офигеть как мало заданий. И все мои задания, как я помню, находятся здесь в реакторе и в лаборатории. 8 заданий и мы выиграли. Быстро давайте. Еще бы научить Катю задания выполнять, было бы вообще просто шикарно. Так, здесь у меня заданий, здесь у меня нет, здесь у меня нет. Свет опять вырубли, а? Давайте, вот, запердохайте меня прямо сейчас здесь. А что, у меня здесь заданий что ли нет? В реакторе где-то на балконе каком-то. 3 задания осталось, на рычаги дрыгаем рычаги. 2 задания выполняйте, давайте быстро. Зеленый дом какой-то и балкон. Катя, иди задание выполняй, дуримонда, дуримондовская. Ходишь в темноте, какие-то темные силуэты видишь, сама не знаешь, кто кого где убивает. И здесь нет задания, и здесь нет задания, и здесь нет задания. Так только что я был в этом гринхаусе, зеленом доме, и там мне показывало то, что у меня там нет задания. Чё за фигня, я не могу понять. Чё вы ходите за мной туда-сюда, я не могу... Безысходная ситуация, да, Мия? Ну, в принципе, да, можно сказать то, что ты уже продула, у тебя 3 полосочки остались. Ну, ладно. Катька кокнулась, копыта тронула. Миюшка, мне вообще есть смысл сейчас что-то говорить, или ты просто сама признаешься, а? Я была в такой ситуации, что банан просто такой лох спалиться, его сразу в первом раунде, я бы не смогла убить всех, так как задания уже почти все выполнили, мне пришлось просто при Эдди убить Катю. Просто не смогла выиграть. Банан лох, я с ним не хочу никогда просто играть. Тикните его везде, забаньте, я не хочу с ним играть. Да, а то, что банан лох, это даже нам книги сказали в начале игры. Все, голосуйте за Мию. Мия только что призналась, то, что кокнула Катечку на моих глазах. Все, давайте. Вот и все. Кто меня кокнул? Кто меня кокнул? Мия? Мия тебя кокнула, да? Молодец, а банан? А вот банан вот не надо. Вот книгам верить надо, между прочим. Мы я говорила. Книгами уже по горло надоели. Ой, все. Вывод. Читайте книги, банан. Не будьте тупыми. Ага, все. Я тогда предлагаю, Кать, корабль или попку поморозить на Северном полюсе? Попку поморозить на Северном полюсе. Я выбираю. Попку морозить на Северном полюсе мы любим. Все, тогда потопали на Северный полюс. Ну чё, Лерочка? Тащи меня на свое болото. Фиона ты моя. Или Шрек, или я твой Шрек, или ты моя Фиона. Я даже не знаю. Так, кого где убивать у меня вообще такой вопрос? Я бы, конечно, сейчас пошел с большим удовольствием к своим вот этим сральникам, или Катю бы сейчас через стенку убил. Но на сральниках уже все давным-давно знают то, что я тогда предатель, если я там кого-то убиваю. Возле камер я тоже уже никого не смогу убить, потому что в предыдущей серии я делал вот такую вот тактику. Вот где-то вот здесь. Катючик или Миюшка, я даже не знаю, кого из вас первого кокнуть. А, долго думал, Лера кого-то уже запердохала. Ну, в общем, Лера, как всегда, спалилась около своего угла. Прихожу я такой, а она убивает такого вот квадратного трупика. Лера, это ты кого-то там кокнула, лохопедина? Может, ты опять меня с Аней перепутал? Кстати, да, подожди, Отемчик, ты вот тот угол от того угла отличить не можешь. Для тебя да, всё... ты темно-зеленый угол отличаешь от светло-зеленого угла? Ага, отличаешь? Ну, конечно, они же разные. Кто из них Шрек, кто из них Фиона? Она Фиона, она Шрек.
Логично. Ну, а он верит тетомчику, это себя, наверное, не уважает. Но если вот... Я поверю. Я поверю, ладно. Тогда за Леру. Лера, Лера, засосала тебя болото. Почему мне так не везет-то, я не могу понять, на вот это, на помощников, а? Выключаем свет, и если кто-то находится в этой комнате, и, да, ну, одного же человека я могу кокнуть вот так через стенку? Вот, вот, одного же кокнул! Не успел я выбежать из-за угла, потому что я шел чинить свет, как Херейт, наверное, секунды три просто оббегал труп и смотрел на него что-то. Что ты с ним хотел сделать, Херейт, а? Вообще на меня не нужно думать. Я просто вот, ну я такой смотрю, я починил свет, на меня бежит тотемчик, и у него, походу, ну не знаю, там, солнечный удар, сердечный приступ, вообще понять не имею. Он, короче, прям на свой угол падает и умирает. Я такой начинаю смотреть... Рядом есть кто, и там выбегает это, и вообще на меня не нужно думать. Да, я стоял на трупе, но это не я. Кстати, хорошая теория, то, что отомчик бежал, споткнулся, упал, ударился в угол, умер. Пропускаем. Ну, пока пронесло. Второй раз я такое же делать не буду, потому что если я сейчас еще кого-то убью возле камер в электричестве, тогда 100% все будут знать, то, что это именно я. Вырубаем реактор, реактор вырубаем и бежим его чинить, чтобы отвести от себя же подозрения. В принципе, можно и так даже сделать. А если так встать в реактор и просто никому не давать нажимать на эту кнопку? Оно, кстати, так сработает? Никто же не может нажать на эту кнопку, потому что моя башка в кнопке сейчас находится. Никто на нее не может даже тыкнуть. Никто не может на кнопку нажать, потому что моя голова в кнопке! Не, в принципе... Я могу и подождать, как бы. И ты все еще отрицаешь, что ты читер, простите, пожалуйста, ты это... просто закрыл кнопку, это вот как называется? Со своими еще прострелами убивает. Да, тотемчика, походу, прострелом убил, я так понял, да? Тихо, кто здесь самый умный? Кроме тебя, отойди. Кто здесь самый умный? Выйдите вперед. Ты, Лера, самая умная! Шаг назад сделала, отошла туда, сказали, самые умные! Лера, ты в пас... Так, Херейт, тихо! Херейт, объясни мне, что сейчас произошло? Короче, он подрубил саботаж с реактором, и когда Амочка побежала чинить левый, он закрыл своим телом кнопку починки правого, и мы все втроем пытались нажать на эту кнопку, но у нас ничего не получилось. В итоге реактор взорвался, и мы проиграли. Ты, собака, ты чё творишь, а? Я вам честно скажу, да я сам не знал, что так можно делать. Я просто голову вот так в кнопку запихнул. Никто меня не отодвинуть даже не смог, ни на кнопку нажать. Так, а кто здесь самый сильный? Шаг вперед. Я. Не ты. Ладно, точно не Костя. Так, вот картофанка. А ну лещи ему подавай быстро. Да какие лещи, картошка? Я тебе какое плохое зло-то сделал?